Речь не о нем, а об этих батарейках, которые стояли в этом фонаре. Вот они протекли. Вчера я все разобрал, вымыл. Фонарик велосипедный, очень хороший, гарный. Сейчас едем в магазин покупать батареечки. Эти 2 года служили, верой и правдой, заводские. Сейчас купим, ну, может быть, таких нет, а может, какие другие. На чем поедем, сейчас увидите. Ну что, едем в магазин за батарейками. А между делом скажу, что вот здесь я косил позавчера. А вот здесь вчера. А едем вот на чем. Это Ирбис GS. Ну что, мчим. Камерку буду в руке держать. Выжимаем сцепление. Включаем первую передачу. Вот она. Теперь камеру вот сюда, в 2 пальца. Вот так. Четвертый. Благо передача по кругу после 4-й вниз. Снова нейтралка. Вот мы и в магазине. Идем за батарейками. По 18 одна, за 4 72 рубля. Берем и едем. Thank you.
спасибо, всем пока. И вот такая тема, чтобы батарейки дольше работали, нужно их в зубы зажать и кружок вокруг дерева сделать, и причем против часовой стрелки.